Сегодня на мини-полях Анжи-Арены в Каспийске состоялось открытие турнира по футболу среди сотрудников полка ДПС ГИБДД МВД по Дагестану. Первенство организовано в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Участие в соревновании приняли 12 команд. На торжественной церемонии открытия присутствовали ветераны войны, представители Министерства внутренних дел, спорта и общественные деятели республики. Все выступающие в первую очередь обратились к ветеранам с благодарностью и поздравлениями, а после к футболистам с пожеланиями побед. Величайший праздник, который мы никогда не можем забыть и не забудем. Спасибо ветеранам, которые сегодня присутствуют здесь. Хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, чтобы вы еще много-много лет рядом с нами помогали, подсказывали и учили подрастающее поколение. Вы знаете, скольких трудных дней, годов наши деды и прадеды провели на фронтах боевой славы, чтобы сегодня мы могли так мирно, спокойно собираться, играть в футбол, заниматься повседневными своими служебными обязанностями. Главная цель турнира – вспомнить и почтить героев и ветеранов Отечественной войны. В завершении официальной части первым лицам Министерства внутренних дел вручили именные футболки, а ветеранам – ценные подарки. Соревнования пройдут в течение 2 дней.